Короче, ребята, идти становится все сложнее и сложнее. Суши практически по краям не осталось. Вот такие вот берега, практически крутые такие. Идешь по этим булыжникам. Надо сказать, что ноги уже привыкли к температуре воды, а она оказалась все-таки действительно где-то градусов 6-8 и гораздо холоднее, чем когда просто трогаешь рукой. В общем, идти еще и идти. Seven days, so we can go out and go in? Yes, you'll just show your receipt every time you re-enter. Mm-hmm. It's any lines? What's that? We can any do it lines. In any lines? This is the lane on the far right is for employees, so not that one, but any of these three. Ah, okay. There's your map. That's got hiking and shuttle information for you as well. Mm-hmm. See the штуку? That receipts your pass, you're all set. Mm-hmm. Thank you very much. Вот получили мы очередной пас и проезжаем визитор центр. Кладем на дощечку. Ну что, ребята? Так, визитор центр направо. Живописная весенняя погода, ну и место тоже живописное. А, красота какая! У подножья гор. Итак, ищем парковочку. Значит, друзья, ситуация следующая. Когда вы захотите попасть в Zion Canyon, национальный парк Zion, вам необходимо знать следующее, что основной туристический маршрут пролегает по 24-километровому участку, который изображен вот на этой вот 3D-карте, вдоль вот этих вот гор, горных образований, которые, собственно говоря, и образуют этот каньон. Но все бы было бы хорошо, если бы в летнее время этот участок не перекрывали для движения на личном автомобиле и оставляли возможность только для шаттлов, для автобусов. Чтобы купить этот вот билет на этот шаттл, необходимо делать резервацию 2 раза в месяц в определенное время, практически за месяц, либо за день до поездки в течение 5 минут, ровно в 5 p.m. по местному времени будет 10 минут, чтобы купить нереализованные билеты. Нам это удалось сделать. И вот сейчас мы где-то примерно отсюда садимся, едем до самого конца. Вот до этой вот последней вот остановочки. Вот здесь мы выходим, и у нас начинается пеший трейл под названием Narrows вдоль реки Virgin. Итак, едем. Да, когда, в общем, мы зарегистрировали билетики наши, мы должны получить такие браслетики, вот они нам выдают их, и мы можем потом переходить из шаттла в шаттл.
just help each other put them on. It's easier that way. Mm-hmm. Thank you. And excuse me, what's the last time? 7:15. All right. Садимся. Вот такие комфортабельные шаттлы. Национальный парк Зайон расположен в юго-западной части штата Юта на стыке трех географических достопримечательностей – плато Колорадо, большой бассейн и пустыня Мохаве. Поэтому там царит пустынный климат, в котором сложилась уникальная экосистема. Свое название – Зайон, а это одно из нескольких названий Иерусалима, местность получила в середине 19 века, когда на эти дикие земли пришли европейцы-мормоны. Один из них, Исаак Биуин, назвал так свое поместье, что включало в себя и территорию парка. Наша конечная остановка, здесь начинается трейл Narrows, что в переводе означает «узкий». Это самый живописный трейл вдоль реки, который очень часто можно было видеть на фото, на видеороликах и так далее. Глядя на эти громадины, которые окружают тебя, захватывает дух. Но еще очень классно то, что мы поехали весной, сейчас распускаются деревья, зеленеет все. И вот этот контраст зеленого цвета с красными скалами, рыжими такими, яркими такими красными цветами очень сильно контрастирует. Фух, а нас впереди тяжелый хайк. Вперед! Ребят, собственно, вот это и есть река Virgin River, или в переводе «девственная река». Ситуация такая, есть два очень интересных момента, связанных с ней. Когда мы ехали сюда, была информация на сайте, что здесь очень много цианобактерий. Ну, я не буду вдаваться в подробности, в общем, это такие бактерии, которые остаются на камнях вдоль берега, и иногда их концентрация очень сильно повышается, и тогда в воду очень опасно заходить, и уж тем более нельзя ее пить. Но вроде бы информация такая, что
уровень чуть-чуть выше, чем норма, но достаточно такое. Но в любом случае воду пить нельзя ни в коем случае. И если открытые раны какие-то, вода попадет. Вот, поэтому, ну, у нас вроде бы все нормально, ран нету, пить мы воду не собираемся, взяли с собой. И еще мы боялись того, что вдоль этой реки идет хайк, и он уходит туда, вглубь каньонов, туда вот в очень в узкое такое вот ущелье, и идти придется по воде. Мы думали, что вода будет холодная, потому что все-таки апрель месяц, но вроде бы как вот попробовали, а я не знаю, градусов 8-9, может быть даже 10, ну в общем теплая вода, нормально. Порядка 1,5 километра нужно прошагать вдоль реки по ее берегу, прежде чем начнется водная ее часть, когда каньон начинает сужаться настолько, что уже не хватает места для дорожки и остается только место для реки. Еще очень важно перед тем, как заходить в водную часть хайка Narrows, важно очень знать, что здесь часто случаются наводнения. Именно об этом висят предупреждения на входе, что в любой момент в сезон дождей, не дождей, когда погода пасмурная или когда в горах идет снег, вода может просто неожиданно политься и уровень реки подняться просто в считанные минуты. И еще один немаловажный фактор. Очень часто здесь бывают обвалы, огромные камни, валуны, булыжники падают, вот как вот этот вот упал, отколовшись вот от той части. И сейчас вот лежит здесь. Одну из остановок, которую мы проезжали, шаттла, закрыли именно по этой причине, что там случился обвал и были пострадали несколько туристов. Ну, надеюсь, что ничего не случится с нами и, в общем-то, и с теми, кто нас окружает. Вперед! Ребята, мы пришли к тому месту, откуда начинается водная часть. Взяли с собой вот такие вот штуки, наденем вместо обычной обуви. Это специальные такие. Можно еще было взять с собой штаны водонепромокаемые, но много нести на себе, мороки слишком много. Сейчас вот переобуемся и потопаем. Короче, ребята, идти становится все сложнее и сложнее, а суши практически по краям не осталось. А вот такие вот берега, практически крутые такие. Идешь по этим булыжникам, надо сказать, что ноги уже привыкли к температуре воды, а она оказалась все-таки действительно где-то градусов 6-8 и гораздо холоднее
чем когда просто трогаешь рукой. В общем, идти еще и идти, ущелье сужается, река становится все сильнее и сильнее, вернее, поток. Да, ну, в общем, сдается, что много мы не пройдем, потому что местами вода выше пояса, мы не подготовлены для этого дела. Ну, в общем, первый раз, как бы, такой ознакомительный, поэтому даже не знаю. Вот вроде бы сейчас помельче стало, а дальше там сужается. И ребята говорят, что там выше пояса, даже по груди места есть. В общем, надо быть очень аккуратным. В общем, проблема оказалась не в том, что здесь может быть глубоко, или в том, что вода холодная, а в том, что периодически, где мель, лежат огромные такие вот булыжники, и ходить по ним очень тяжело, нога соскальзывает. Очень хорошо, что мы одели хоть какую-то обувь, которая защищает от порезов, от различных травм ноги, но реально идти очень сложно. Здесь река стала мельче, каньон становится все уже и уже, но то, чего мы боялись, что будет практически не будет никакого сухого места, не оправдалось. В общем-то, вот есть где постоять.
Город Спрингфилд и Зайон проснулись и мы вместе с ним ранним утром мы решили отправиться наверх, посмотреть на долину, по которой мы вчера ехали на шаттлах сверху. Для этого нам необходимо проехать через очень такой извилистый серпантинообразный хайвей, который проходит также еще под горой в виде тоннеля. Тоннель этот тоже является таким довольно историческим объектом. После этого мы проедем по небольшому бездорожью, попадем наверх и проделаем небольшой хайк. И оттуда уже, надеюсь, мы увидим долину, если все пройдет гладко. Вот так вот. Более одной мили идет тоннель под горой. Мы сейчас выехали с обратной стороны и хотим немножко забраться наверх, здесь есть лестница, посмотреть на вид сверху. В общем, ехали, и вдруг увидели вот этих вот бродящих индюков, вот там, вдали. Самое интересное, что они реагируют на человеческий голос. Короче, я могу разговаривать с индюками. В общем, все, мы машину там оставили, и, короче, у нас 1,5 километра хайка вот по этим замечательным, чудным сосновым полянам до места, которое там называется, ну, в общем, там не помню название какое, короче, мы должны оттуда, там площадочка такая есть, я хочу
посмотреть, хотим посмотреть оттуда на долину, которой вчера мы ездили. Откроются нам шикарные виды, ну, во всяком случае, мы на это рассчитываем. Вот, кстати, тут даже и показано на табличке информационной, какая нам откроется красота. Вот примерно такого плана. Ну, посмотрим.